Чего это называется, Коля? Этот? Горных духов. Горных духов? Да. По легенде, туда поднялись 4 слесаря, 2 геолога, 2 мудреца, потом 3 поэта, и кто там еще были? И 2 физика. Да. И решили, что не было, так сказать, разногласий в названии перевала. Решили назвать его перевал горных духов. Но это пока легенда. Проверим. Так, вот идет Александр, говорят, Македонский. Все, взял девичью фамилию Македонский. Да, подниматься нам еще. И подниматься. Шура, скажи что-нибудь ласковое. Ласкового ничего не осталось. Понятно, я тебя понимаю даже. Полная. Ты видели, нет? Видели. Хорошая кушечка пробежала. Так, вот сюда нам идти нужно. За этим поворотом, говорят, перевал 4 слесарей. Так, фу, 4 духов. Фу, опять забыл. Как называется, забыл? Перевал. Горных духов. Фу, горных духов. Я вот себя, а я его назвал 4 слесарей. Горный глюк. Вот он, горный глюк. А, вот он, Игорь Горный Глюк. Ну скажи что-нибудь. Горный глюк. Да, Коля? Горный глюк. Игорь, тебя знаешь, как прозвали? Горный глюк. Горный глюк. Нет. Горных глюков он будет после того, как побываете там вы со Славой. Да. Да, офигенная высота. Тут уже за 2 с лишним. Вот опять подъемчик на перевал. Блин, опять забыл, как он там? Святого Духа? А, горных духов. Горных глюков. Горных глюков. Вон 2 глюка идут. Горных. Да. Зрелище. Вот сидит Шура, отдыхающий. Загорающий. Как бы правильно назвать? Впал в транс. Коля пошел на разведку. Стоит выбор, идти дальше на лыжах или босыми ногами. Часть народа идет на лыжах, часть босыми ногами. Уж нас-то уже жесткий. Не, босыми ногами лучше, нас-то жесткий. Ты чего не улыбаешься? Во! Сейчас посмотрим на его коварную улыбку. Мы можем только спустить тебя с перевала. А до перевала уж извините своими ножками. Да. Идите, хлопцы, идите. И не просто идите. Ну как там, перевал, видать? Да! Два броска ему там. Раз бросок. Через бедро. Да. Два броска до подхода. До взлета. Я думаю. Очередной подъем на перевал горных духов. Вот оттуда, с низинки, откуда-то мы пришли. Шура уже опять отдыхает. Что еще делать? Мы на коне. Вот мой рюкзак отдыхает, лыжи отдыхают. А вот сам перевал. Вот сам перевал.
Здесь вам не равнина. Ну, а зайчиков можно наловить уже. Ну, я в очках иду. Да, можно себе за очков идти. Здесь наверху. Вот народ бодро поднимается. По камушкам. Или не бодро. Немножко бодро. Мы бодры, веселы. Правильно. Кто тут ямы накопал? Это я. Пионерский наш отряд. Да. Шагай по камням. Игорь, по камням шагай. А? Я там по камням проскочил. Где? Не знаю. Вот они, потомки викингов. Как перелетная стая. Как перелетная стая двигается на родину. И ничто их не остановит. И ничто их не напугает. Что только не сделаешь ради перевала 4 слесарей, да? Нифига себе, из какого цирка мы ушли. Все поднимаемся и поднимаемся. Никак нет. Игорь, а где наш перевал-то? Нифига себе. Он даже на перевал-то не похож. Крутяк здесь. Вот наконец до самого перевал этих самых духов. Сейчас нам надо спрыгивать сюда, в долину реки Шумак. Народ готовится к спуску. Спуск с кошек. Ой, спуск с перевала на кошках. С перевала, как он называется опять? Перевал называется Горных Духов. Но это уже не сам спуск, это уже... Ну, все равно с перевала же идем. Да. Это уже на речку вышли. Ну, ладно. Где-то там Шура ушел. А Шура ушел обед готовить. Кабанов ловить. Шура уж. Так, утро на Шумаке. 8 часов утра. Стоит палатка. Готовится завтрак. Перекур на слиянии рек. Гол Шумак и какой-то левый Шумак. Кошки точить сейчас будем. Сейчас будем кошки точить. Да. Идти невозможно, проскальзывают. Буксуют, вниз не держат. Впереди ждут минеральные источники с пивом. Из пива, да?
пивные источники. Трубопровод там. 5 секунд назад вот этот человек нам обещал минеральные источники. Все. И мы сейчас туда придем. Вот он, левый шумак идет. Шарашили все, что возле. Горно и кольцо, правильно. Кругом голый лед, приходится идти на кошках, оттачивать мастерство. Вот идет народ по шумаку в сторону минеральных источников. Идут бодро. Скрипят когтями. Да я просто поснимаю. А? Да я просто поснимаю. А? Вон идет Шура. По главному. И тут резануть. А без разницы. Вот еще идет Шура. Где-то там остальной народ. Вот он, шумак. Все пошли искать, где бы жить. Кругом красотища необыкновенная. Спят усталые игрушки. Спят усталые игрушки. После такой бутылочки. Варим манную кашку. Процесс приготовления манки. Рецепт. Да. Разворачивается пакет. Он сухое молоко.
Там сейчас будет я, пистол, пацаны. Так, вот он, ручей, протекающий в районе Шумака. Вот кто-то построил баньку с печкой. Это продолжение. Это предбанник. Вот это параман здесь. Предбанник. Посмотрим, что у нас дальше. Ох ты, как тут здорово. Тут просто мыться. Тазики. Посудина. Вот какое величие, это все Шумак. Да. Дикая природа. Буддийский храм. А вот это, похоже, охраняют злых духов этот храм. Значит, так нужно. Сейчас зайдем. Вот вывеска. Добрый день, местные духи. Ложу одна от меня, от всех казахстанцев, 20 тенге. Пусть будет дар Будде, бурханчику, который нам сопутствует и помогает.
Обвалялась. Буксует. Коля со своей дрессированной собачкой. Вот что творит. На фас идет. Тепло подходит. Во. Боится меня. Ладно, все, хватит, я замерз. Погуляла и хорош. Погуляла и хватит, да. Так, здесь находится ванна радоновая. Говорят, летом очередь занимают на несколько часов вперед, чтобы принять ванну. Так, посмотрим, что там внизу, внутри. Вот она, ванна радоновая. Тут, похоже, был клуб парашютистов. Бедная кукла. Из Рязани. Вот еще ручеек бежит. Вот что делает шумак. Из земли все вырастает. Да с такими глазищами. Так что приезжайте сюда все лечиться. И все будет пучком и колом. Вот памятник, если не ошибаюсь, Будде. Ну, по крайней мере, он так везде выглядит, Будда, мне кажется. Вот он такой, мир шумака. Дядька какой-то с пилой. И вокруг него зверья, видимо, невидимо, разно, с пушкой, конь, это похоже. Где Коля? Дровиняку. А? Дровиняку потом. Дровиняку. Это что за пузатое существо, интересно? Местный бог какой-то. Это плодородие, наверное. Женщина, ну, бог плодородия. Наверное. Ну, пузатый. Ну, тогда, значит, так и нужно. Симпатяшная женщина. Отличное положение женщины. Ну. Кто-то гвоздик бил. Пошли. Ну, погода пасмурная. Вот солнышко. Какой-то тут микроклимат свой. Нет ни снега, ни зимы. Ты заметил, какой-то микроклимат, да? Теплынь такая стоит. Да. Все такие.
богатыри идут. Вот дары местным богам. Нос. Нос. Тут написано нос лечить. Только как его лечить? То ли носом нырять, то ли пить просто воду. Что-то только люди не придумают. Шура, ты ищешь какой? Мужской каприз? Ну, кинжал. А что его искать-то? А женскому капризу полагается мужское достоинство. Вот он, мост. Не болит голова у дятла. Мужское упрямство. Вот двое упрямых стоят на мосту. Да. Хлещут воду. И хлещут. Воду хлещут, как пиво. Уже опьянели. Ну, скажем, она как снеговая, действительно. Ну, скорее всего, здесь прибивается. Сейчас снег пока не тает. Статуэтки, поделки. Жалко, мячик забыли волейбольно. Да. Сейчас бы поиграли. Мы не взяли. В следующий раз надо обязательно взять. Ну, если с семьей пойдешь, возьмешь. Вот оно. Вот мужское оно. Упрямство. Сейчас нахлещемся, блин. И держитесь, местные животные. Он теплый. Ну он и должен быть теплым. Травертиновые реки. А вот это не теплый. Дубы носом только тут упрямство накидали. Вот почка. Полный ручей. О, теплая. Сразу чувствуешь, что это. Кто-то биту положил, блин. О. Бита. Упрямство, это самое то, бита. Вон еще что. Чудо какое-то. Коля, ты куда кружку поставил? Загородил? Все. Это вот женские капризы. Шура, ты из женских капризов пьешь? Нет. Ну попробуй сейчас. На всяк пожарный. Попробуй, все пригодится, и женские капризы пригодятся. Прохладная водичка. Ну каприз он есть каприз. И это. Он и должен быть прохладный. И минералка не отличается. Минерализация. Капризная девочка. Да. Сразу видно, по глазам. Да. Вот ручеёк текёт. Так, идём по Шумаку в направлении слияния реки
с Китой. Народ отдыхает. Дует такой свежий ветерочек. Такие тут глыбы стоят несуразные. Вот в том направлении нам нужно идти. Вот такие интересные скалки. Так, здесь шумак попадает в теплые источники и приходится идти по прижимам. Вот Саша хлещет воду. Целебную. Не лезу я туда. Целебная вода. Саша, дай попить воды. Вот он бежит, шумак. Попадает в теплые источники. И по реке поэтому невозможно идти. Приходится идти по прижимчикам. Там он догоняет нас Игорь, монтирующий прибыльный. Идем, входим прижим. Якобы прижим. Нас снимают! Нас сняли! Пить будешь? В смысле воду? Сейчас, сейчас! Сниму! Красотища какая-то, дикая красота. Вот и натоптал тропу. Так, подошли к избушке, будем ночевать. Да, в этой страшной избе. Да, не такая страшная. Это было, лучше. Что было, это страшная изба. Так что, дай бог переночевать ночь в этой избушке. Тесновато, но можно.